Смотрите, какие они хорошие. Люба, Люба. Блин, я даже не знаю, как проехать этот участок. А, что будет, то будет. Давай газу. Да, ребят, сегодня еще праздник, День сухопутных войск. И всех, кто служил, я поздравляю с этим праздником. Ой, красавцы-то какие. Как же красиво здесь. Смотрите, как его закрутило. Ох, вот это спираль. Вот они еще два. Подберезовик болотный. Засасывает как. Нога глубже и глубже уходит. Практически сапог уже поглощает. И вот смотрите, вот такой у меня грибной результат. Полная корзина подберезовиков. Сейчас нахожусь у себя на даче и хотел бы показать, что я делаю с грибами, которые я перебираю, и они червивые. Смотрите, падает листва. Назовем так, уже глубокая осень уже в Подмосковье. И у меня первая находка, и находка это уже не одна. Смотрите, этот гриб я еще не определил, но я думаю, что это белый. Но он очень такого большого размера. В лесу сейчас влажно, земля мокрая и очень много упавшей листвы. Давайте смотрим, что это за гриб, и срываем. Выкручиваем его, ну большой-большой. Красота, конечно. Все-таки в октябре грибы собирать это... Ух ты! Так, что за гриб, что за гриб? Ну, тяжело определить, я даже не могу. Шляпка вроде бы такая коричневая. Фух, ну я думаю, что это такой сорт подосиновика все-таки. Это не белый гриб. Да, скорее всего, это подосиновик, потому что рядом, смотрите, где-то в 4 метрах еще один стоит подосиновик. Он уже более красная шляпа. И давайте срываем. Да, это тоже подосиновик. Так, ребята, ну смотрите, 1 октября. И вот такие находочки. Так, я еще находил грибы. Грибы находятся уже с большим трудом, потому что листва камуфлирует их. Вот смотрите, этот под упавшей елкой находится. Так, вот он рос, и веточка ему мешает даже расти. Уперлся. Так, выкручиваем, ребят. Нормально. Смотрите, какие они хорошие. Люба, Люба. Ой, красота. Так, ну мы продолжаем сбор. Давайте я подойду к корзинке, положу эти грибочки. И смотрите, я сильно упор не делаю, червивые они или нет. Еще раз повторяю, что я буду перебирать грибы дома. И что осталось от грибов, раскидываю у себя возле деревьев на участке. И потом собираю грибной урожай. Так, смотрите, я уже вижу этот гриб, но все, камуфляж полностью в листве. Папоротник. Я его практически нашел, вот, был в 2 метрах и только увидел, когда уже исследовал вот эту полянку грибную. Но земля мокрая, конечно, они вот только вот недавно все выросли. Давайте взрываем. Так, слизь. Да-да, октябрь, смотрите, радует. Я не знаю, как сейчас будет дальше у меня дела обстоять. Ну, просто красота, ребята. Вот, смотрите, еще один вижу. Видите, вот это уже помоложе. И в основном все, смотрите, упавшая осина. Очень много здесь осины в этом лесу. Поэтому подосиновиков здесь очень много. Ну и подберезовики здесь тоже растут. Так, отлично. Выкручиваю. Есть. Есть результат, ребят. Да они хорошенькие, хорошенькие грибочки. Вот, смотрите, 5 штучек нашел на одном месте. Люба, Люба. Октябрь радует. Так что грибной сезон продолжается. И мы будем еще собирать грибы. Есть результат. Минут 5. Небольшое затишье было грибное. Смотрите, практически на самой опушке. И опять радуют подосиновики. Так. Кстати, пока ходил эти 5 минут, маленький дождичек прошел. Проморосил, можно сказать. Так, выкручиваем. Нормально, красиво. Так, и где-то братик у него поболее такой уже. Вот он растет. Опаньки. Ой, как же красиво. Да хорошо все равно в лесу. Сейчас грибников, кстати, очень мало. Я вот сюда к лесу подъехал. Раньше много грибников было, машина стояла. А сейчас все, никого нет уже. В лесу спокойно, тишина.
такая вот грибная красота еще растет. А вот еще, кстати, ну он, наверное, старенький. Подъел, наверное, он подъел. Угу. А так он ничего. Так. Да, нормальный. Да, еще в лесу сейчас очень так ходишь, темно кажется. Вот как будто глубокий вечер. И грибы иногда вот так вот смотришь, тяжело находить. Вот когда заходишь немного вглубь леса, там вообще темно. Здесь-то вот сейчас хорошо, вроде бы камеры передают, что здесь светло. Но там подальше... Так, там подальше темно. Так, в корзиночку, результат пополняется. Ну, смотрите, смотрите, неплохо все равно. Вот кучками, такими небольшими полянками я нахожу грибы. Неплохо. Так, так, так. Ну, листва, конечно, камуфлируют хорошо. Да и раньше подосиновик, он красный был, его было издалека видно. А сейчас очень много такой тоже красноту листвы. И уже обзор уменьшается. Наступила у меня тишина в поисках грибов. Наверное, минут 20 сейчас хожу по лесу безрезультатно. И вот уже практически подошел к машине. Сейчас хочу направиться в сторону болота. Здесь недалеко. Пересекаю поле, выезжаю на дорогу, и опять поле и лес. И там хочу пособирать болотных подберезовиков. Не знаю, получится или нет. Фортуна, если улыбнется, то, как говорится, выйду на связь. Грунтовую дорогу размыло дождями. И сейчас машина, как корова на льду, ее кидает в разные стороны. Не знаю, лишь бы не забуксовать, доехать до дороги. Вот, а там уже чуть-чуть останется и до леса, где растут подберезовики болотные. Самые трудные участки дороги здесь. Ой, господи, газку, газку. Так, так. Здесь тоже, блин, даже не знаю, как проехать этот участок. А, что будет, то будет. Давай газу. Опаньки, опаньки. Выехали. Ладно, все, здесь уже легкий участок дороги. Поедем. Погода, конечно, не ахти. Смотрите, все пасмурно. Дует такой ветерок, он травка как колышется. Все, подъезжаю уже практически к дороге. Сейчас я ее пересекаю. И вот в тот лес, в дальний. Там у меня любимое место, где растут болотные подберезовики. Ну, не знаю, не знаю, что из этого получится. Как сейчас грибная фортуна улыбнется. Но мы посмотрим. Но все равно в лесу хорошо. Цвета яркие, очень много желтого, красного. Погулять, побродить — одно удовольствие. Так, выехал на дорогу. Уступаем всем дорогу. И въезжаем в другой лес. Так, ну здесь дорога грунтовая должна быть получше. Я думаю, проеду. Самые тяжелые участки я уже проехал. Да, если здесь забуксовать, мало не покажется. Но ничего. Все, перебрался в свой любимый лес, ребят. И этот лес меня уже радует. Смотрите, первая находочка под березовый болотный. С трудом нашел, наверное, буквально в 2 метрах от себя я уже увидел. И я думаю, что они в хорошем состоянии, ребята. Они вот только выросли. Смотрите, он молоденький. А, красота! Люба, Люба! Я люблю тебя, этот лес, а? Ты мне сколько раз уже выручаешь. Так, смотрите, продолжаем дальше. Сегодня 1 октября. Да, ребят, сегодня еще праздник, День сухопутных войск. И всех, кто служил, я поздравляю с этим праздником. Я и вот эти вот красавчики подберезовики, они поздравляют вас. Ага, ребята, yes, yes, я люблю тебя, этот лес. Смотрите, подберезовик, мох, березка. Ну просто Люба, вот Люба здесь гулять, а. Как мне этот лес нравится, а. Красота, красота, ребят. Ой, как все сливается. Цвет необычный такой, прям по цвет листвы идет. Так, берем. Он прям практически в мху и рос. А это, ребята, нашел то, что я так долго искал, смотрите. Три брата, три красавца. Один моложе другого. Клюкочка растет.
лист клюквы. Молоденькие-молоденькие. Подберезовики. Ой, красавцы-то какие. Как же красиво здесь. Ой, красота, красота. Давайте. Собираем, выкручиваем. Подберезовики. Болотные. Вот они. Три красавчика. Три братика, а? Это просто можно картину писать. Смотрите, а. Ай. Смотрите, сверху вид. Какого цвета. Как играет на солнышке. Лепота, лепота. А вот второй, смотрите. Как спрятался. Черная шляпочка. Отлично, отлично. Они видно сразу, что они в хорошем состоянии. А, красота, красота, ребята. Вот здесь уже практически начинается топ идет. Вот смотрите, я наступаю и засасывает как. Нога глубже и глубже уходит. Практически сапог уже поглощает. Да, такое экстремальное такое похождение. Нет, назад заднюю даем, все. И запах болота прям резкий пошел. Углеводород или что-то такого. Все, не, дальше я туда не пойду уже. Смотрите, как на солнышке переливается лист брусники. Кстати, брусника имеет полезные свойства, как противовоспалительное, противобактерицидное, противомикробное средство. Так что сейчас я сорву немного себе на запас на зиму лист брусники. Здесь очень и очень много. Вот я нашел брусничку. Красота. Октябрь месяц, Подмосковье. Красиво. Ох. Так, вот смотрите, уже 5 подберезовиков в одном месте нашел. Идем дальше. Ух ты! Ух ты, ух ты! Сейчас мы посмотрим. Но здесь, надеюсь, видно, да? Взрослый такой парень уже. Ага, мы его брать не будем, он уже подъеденный. И... А вот смотрите, болотный подберезовик. И вот он чисто белый. Смотрите. Вот это да. И как его закрутило. Смотрите, как его закрутило. Ох, вот это спираль. Круто, а? Красиво. Каждый гриб по-своему красив, необычен. Так, это все я на одном месте собираю. Так, дальше идем, смотрите. Вот этот может быть еще нормальный. Ой, хотел бы показать эту красоту. И смотрите, вот они растут прямо. Вот растут, ребят. Это все мое любимое место. Любимое болото, которое я в этом году для себя открыл. Вот этот хорошенький, да? Я думаю, да. Смотрите, какой красивый. Ох, мясистый. И все-таки вот влажность здесь есть. И сам по себе гриб влажный. Так, хорошо. Давайте дальше двигаемся. Смотри. Ух ты, а я его не видел. Смотрите, как он спрятался. Под мхом, а? Красавчик. Тоже спираль. Закрутила его как, а? Кстати, вот здесь они сами по себе грибы не очень червивые на этом болоте. Так, вот это да. Вот она красивая, как красиво, как. Так, тут старенький мы не берем. А вот эти вот молоденькие мы выкручиваем. Отлично. Берем. Так, ну что, дальше есть? Есть. Идем дальше собирать. Так. Вот это да. Вот это смотрите, как уже играет. Шляпка уже. И больше такой в коричневый цвет. Ой, и бежевый. Так, берем. Выкручиваем. Красоту эту, а. Солнышко выглянуло, играет.
смотрите, другая разновидность подберезовика болотного. Здесь уже темная шляпка, смотрите, а также ножка. Такой вот красивый подберезовичек. Красота. Люба. Так, берем. Ох, аж хрустит. Красивый какой. Так, в корзиночку. Нашел еще один шпингалетик, смотрите. Вот он, мох, как постелен, как ковер. Приятный, мягкий. Так, и подберезовичек болотный. Красавец, а. Так. Лепота. Берем. Осень во всей уже своей красе, сколько много листвы. Так, а это нас опять радует. Белый болотный подберезовик. Два красавчика. Любуемся этой красотой. Я уже постоял, полюбовался. Нашел еще подберезовички. Так, берем. Аж хруст стоит. Хорошенькие. Вот эти хорошенькие. Так, беленькие. Возле корзиночки у меня еще. Так, травка, мох. Берем. Как же мне этот лес, ребят, нравится, а? Если бы вы знали, как же здесь красиво, а? Да еще плюс ходишь, клюквочку находишь, кушаешь. Но сейчас я еще не дошел до этого места. Но сейчас попробуем клюкву посмотреть, не отошла ли она. Ух ты, ребята, смотрите. Вот это да, вот это да. Вот это да, смотрите. Молодая березка, молодой подберезовик уперся в березку и прям растет, смотрите, практически из-под корня березы. Красота, ребят. Каждый гриб красив по-своему. Растет в необычном месте. Каждый выбирает себе домик. Так. Ёлки-палки, смотрите, как я его нашел, я прям не знаю, смотрите, он в мху, его завернуло, сейчас попробуем его разобрать, домик, мох, ой, как его закрутило-то, а? Красота, нравится, мне нравится этот сбор, не будем торопиться, как красиво. Вот это да, необычная форма, ребят. Подержите пальчиком вверх этот подберезовичек. Так, все? Или еще что-то есть? Ну вот смотрите, вот в этом прекрасном месте, смотрите, кругом мох, я насобирал вот таких подберезовичков. Так, отлично. Двигаемся дальше. Так, подберезовик болотный. Собираем и любуемся. Так, вот она эта красота, и главное, я собираю и глазами смотрю, и дальше ищу подберезовики, и их будет здесь сейчас очень и очень много, ребят. Ой, красота какая, твердые, упругие. Так, и двигаемся дальше по этому прекрасному лесу, где мох, трава. Так, вот этот мы его не берем. Есть что другое выбрать, ребят. Кстати, я так много глазами видел, и сейчас вот чуть растерялся, не пойму, куда идти, где я их находил. Ага, вот. Смотрите, вот они, еще два подберезовик болотный, белый. Красивые какие, а. Красавчики. Дальше. Так, ой, вижу, куда идти. Вот здесь, смотрите.
совсем другой, темная шляпка, такая уже коричневая, в темноту дает, немножко темная. Так, лепота. Так, собираем дальше. Камеру не буду выключать, будем любоваться. Смотрите, какой ковер. Ах, красота. Приятно даже вот руками трогать. Такой мягкий. Конечно, когда пройду дожди, здесь уже не будет такого. Не поползаешь здесь по мху. Вот, смотрите. Рвем. Так, потом будем разбираться. Все будем потом. Сейчас я просто хочу показать красоту. Вот эту красоту грибную. Смотрите, как красиво. Так. Не останавливаемся. Так, где-то я видел еще много. Во, смотрите. Вот этот вообще гриб необычный. Необычный цветом. Среди того, что я нахожу сейчас, вот, вот такие вот грибы, смотрите. Да? Этот вообще просто, просто негр. Вот эта чернота. Так. Вот эта лепота. Берем и глазками-глазками водим. Смотрим. Ой, стопудово сейчас. Да. Да, я даже прошел мимо, смотрите. Смотрите, видите, да? Вот это я понимаю, пришел за грибами собирать. Ходишь и собираешь. Не то, что там гуляешь, ищешь их. Это 20-30 метров. И поляночка. Хорошая поляночка под березовиков. Фух, так, ребята, не выключаемся. Идем, смотрим дальше. Ну вот, смотрите. Да, вот это... Люба-люба, как хорошо. А сердечко так пока колотит. Приятно все-таки, вот когда вот идешь так, любуешься вот этой красотой. Ну, вон, видите, да? Ай-яй-яй, чуть-чуть. Чуть-чуть до того не дошел, надо вот этот взять. Как же мне лес этот нравится, ребята, еще раз говорю. Как же здесь красиво. По такому ковру ползать одно удовольствие. Красиво. Самое главное, вот я вот этот сейчас беру грибочек, подберезовичек, а визуально еще вижу, иду туда. Так, да, они, и даже двое здесь. Ага, вот, я вот эти собираю, да, а визуально еще вижу грибы. Да, ну, процентов 20-30, я не спорю, ребят, будет отсортировано и разбросано у меня на участке. Так что я рекомендую сильно, как говорится, не придираться к грибам. А все, что остается, и главное, что побольше осталось. Я вон ведерко воды наливаю. Вот там, посрезал ножки, да? Посрезаю водичкой, все это потом перемешаю. И возле деревьев у себя на участке раскидываю. Вот в этом году 4 подберезовика было у меня. Еще растут у меня возле туя. Это опята растут. Сыроежки находил. Фух, белых не было. Подосиновиков тоже не было. Но подосиновиков в этом году хорошо накидал. Может быть, будет. Так, что-то я заговорился. Может, прошел уже половина. Потому что некоторые... Бдительный у меня все-таки находит. Говорит, ты вот прошел гриб. Ага, вот, смотрите. На такой-то минуте, на такой-то секунде. Я смотрю потом. Да, есть такое. Вот, смотрите, как красиво. Мох разного цвета, разных оттенков. Смотрите. Не... О, красота, одним словом. Все, беру. Наверное, файл уже очень большой, получится длинный. Ставлю, наверное. Выключаюсь, наверное. Так, быстро еще пролетаю. В какую сторону? Здесь я, наверное, собирал.
все. Так, а это что? Ага. Ага. Это тоже. Опаньки. Белый болотный подберезовик. Все. Да ладно, ребят, ну вот этого я все-таки вам покажу. Но он, потому что шпингалет. Смотрите, какой красивый. Смотрите, какой красивый шпингалет. Берем. Конечно, я сейчас выключу камеру, сразу глазами еще что-то найду. Смотрите, как спрятался подберезовик. Здесь небольшой такой овраг. И вот здесь он нашел себе место, домик. Так, давайте посмотрим. Ах, как клюшка, смотрите. Так. В траве запутался. Красивая шляпа какая. Под цвет листвы, я бы так назвал. Какая маскировка у подберезовика. Вырос, а листочек этот не скинул, чтобы грибники не нашли, оставил. Так. Ну, извини, братуха. Тебя ждут друзья в корзинке, смотрите. Практически полная корзина подберезовиков. Ну, это, мы на этом не остановимся. Мы сейчас еще будем собирать. Находить и собирать, любоваться. Одни подберезовики растут во враге, а этот, наоборот, забрался на небольшую возвышенность такую и на солнышке греется. Принимает солнечные ванны. Красавчик. Опаньки. Красавец. Корзиночку. Ну, смотрите, полная корзина. И потихонечку я уже буду направляться в сторону дома. Да и свое место я уже по кругу прошел, это болотце. О, ох, 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 ой-ой-ой-ой, ребята, тут есть младший братик, смотрите, возле поваленного дерева, вот, а там справа еще один грибочек растет. О, красивая, длинная ножка какая. Так, еще братик, старый, не буду брать. Все, ребят, направляюсь в сторону дома, и вот смотрите, вот такой у меня грибной результат, полная корзина подберезовиков. Подберезовик болотный белый. Я считаю, что неплохо. Походил по лесу, погулял. Полюбовался вот этой грибной красотой. Собирал грибы, я бы сказал так, в легкую. Не напрягался сильно. Вот по такому лесу, конечно, очень приятно гулять и собирать грибы. Сейчас нахожусь у себя на даче. И хотел бы показать, что я делаю с грибами, которые я перебираю, они червивые. Беру ведро, наполняю сюда воды. И над ведром уже смотрю. Червивый грибок или нет. Но этот хороший. Берем. Так, давайте этот. Ножка хорошая. Шляпка. Ну, шляпка не айс. Так, разрезаем, режем. Давайте уже полностью туда закидываем. Получается, наполняем мы вот это, уже когда перебираем, наполняем это ведро остатками плохих грибов. Это хороший. Давайте этот посмотрим. Ножка не айс, да. Смотрим дальше. Давайте полностью закидываем. Получается, смотрите, когда уже все набросали мы сюда грибов, я беру палочку, перемешиваю, толку, и возле березы или деревья, которые любят грибы, раскидываем. Здесь у меня береза, и дальше у меня на участке уже там растет осина, дуб, клен, другие деревья. И уже просто мы раскидываем возле дерева. И грибной урожай не обязательно, что на следующий год будет. Может быть, через 2-3-4 года, но он обязательно будет у вас.